Специально для удобства гостей гоночного уикенда разработана сеть дополнительных автобусных маршрутов и увеличена частота движения пригородных поездов в направлении Сочи-автодрома. С 8 по 13 октября между Сочи-автодромом наряду с городским общественным транспортом будут курсировать дополнительные автобусные маршруты системы ФС. Проезд для зрителей «Формулы-1» бесплатный при наличии билета на мероприятие или аккредитации. Эта же льгота распространяется и на пригородные поезда «Ласточка». Автобусы большой вместимости из числа муниципального транспорта будут курсировать по существующим маршрутам номер 57, 100, 124С, 125С со всеми остановками по ходу следования с заездом к главному входу Сочи автодрома с 10 по 12 октября. Проезд в этих автобусах платный согласно утвержденным тарифам. Доступ на парковки, расположенные около Сочи автодрома, возможен только при наличии разрешения на стоянку, приобретенного заранее. Оплата парковки на месте не предусмотрена. Разрешение на стоянку можно купить в кассовом зале гостиницы «Тюлип» и на Олимпийском проспекте 2. Стоимость разрешения на стоянку легкового автомобиля с 7 до 23 часов в период с 9 по 12 октября – 3000 рублей. Разрешение на стоянку автобуса – 8000 рублей. При наличии разрешения можно будет припарковать одно транспортное средство неограниченное количество раз в течение всего гоночного уикенда. При покупке билетов в ложе Сочи автодрома в зависимости от их количества и категории парковочное место может быть предоставлено бесплатно.